Кривцов, и Кривцов диагональ. Неужели пройдет? Нет, через Дас мяч не прилетел, а Дас опять корит. Ворота! Ворота! 3-0! 3-0! И опять Динамо себе привозит. Но столько привозов непозволительно. Бачи, красавчик, что увидел. Нет, с трибуны видно по-другому, да, но спорят, не видно, насколько далеко Шунин вышел из ворот. Далеко. Не так видно, как мы, ну, с нашего ракурса сбоку. Бачи увидел, пробил, красавец, 3-0. Но лучший в этой ситуации Кривцов. Он исполнил диагональ, но скидка в зону, где соперник. Что хотел Дасы сделать? Вот передачу делал, сезон начался суперкубком, но нужно еще 4 штуки. Кордоба! Шунин спас! Кордоба, он быстренько поднялся, игра возобновляется, Кади, Бачи штрафной, Бачи, подача Кордоба, удар головой выше, вот он шанс. Бачи оказывается один в один с соперником, уходит в центр, бьет. Разыграли краснодарцы этот мяч, подача от Бачи на дальнюю штангу, и удар из-под перекладины за Болотный. Кордоба, касание на Бачи, дальний удар, Сысуев. Чуть-чуть мяч отпустил, но диагональ. Вмещается в центр, может пробить. Хороший удар, штанга! Бачи. Спиртян. Удар! И забивает Эдуард Спиртян свой очередной гол. За Краснодар. Классная комбинация. Все-таки дожали. Такая пружина у нас. Последние матчи в Краснодаре. 4 поражения подряд. Но в этих 4 матчах Локомотив не забил ни одного гола. Представьте себе, все. 93-й. Рибачи Малединов. 17-й. Давайте досмотрим атаку Краснодара. Удар Бачи. Спасение Ландратова и гол, который забивает Эльзат Ахметов. Те не успели. Прострел не самый очевидный, но мяч возвращается к Бачи. Набирает Менделя. Мягкая подача на Кордобу. Ведь шли разговоры перед началом выпуска, что может уехать Гудиев, играет на выходе. Выносит мяч Алонсо. Более того, Алонсо готов поддержать рывок Бачи. Бачи! Вот оно, спринтерское ускорение. Бачи оббегает соперника. Бачи! Рядышком есть Кордоба. Бачи! Отдает на Кордобу! Кордоба! Селиха! Сафонов забирает мяч и сразу бросает рукой вперед на ход Бачи. Бачи! Вот это очень интересно. Он с мячом, пауза и Шелли. Но это еще не все. Кади. Бачи. Удар поворотом. Первый удар в створ. Главное действующее лицо. Вот хороший удар может быть. И добивание. Удар выше ворот. Догнать этот мяч. Перед ним есть свободное пространство. Теперь появился Капотов. Конечно же, обыгрывать его будет. Удар в дальний угол. И кончик Лемпаль. К нему идет передача. Но беги. Ох, пошел в штрафную Бачи. Удар поворотом. Концовка таймов забивает Краснодар. А вот она концовка. Последние 15 минут наступают. Перевод мяча. Удар поворотом Кадину. Головой, наверное, чемпионата. Было по-другому. Была Балтика, да. Нет, в атаке Бачи. Прострел на дальнюю. 1-0. Джон Кордоба открывает счет в этом матче. И вот первая атака фаворита, как ты сказал, Петь, говорит как раз о том, кто фаворит, несмотря на очень хороший старт Балтики в этом матче. Первый же удар в створ ворот становится голом. 1-0. Джон Кордоба. Кади, Бачи, он уже в штрафной. Бачи под правую, Бачи. Удар рикошет, Акинфеев на месте. Включает в атаку Бачи. Бачи режет угол, пока не на скорости. Классный пас. Спиртян! Ну и здорово сыграл Эдуард. Передача дальше уже не здорово. Вот Спиртян, а вот здесь Алусигу. С ближней штанга. И Кора 0-19 пыли. Совсем плохо. Ну и острые передачи пыли не дорабатывает. Подача. Алусигун 2-0. Алусигун 2-0. Алусигун 2-0. Малыш Алусигун головой забивает после шикарной передачи. Бачи. 2-0 Краснодар. Как-то так внешне спокойно все это произошло. Бачи около чужой штрафной площади на атаку «Зенита». У Краснодара есть возможность ответить моментом. Передача. Удар. И вот это... Сыграть
на меня, но через пас низом. Вот здесь Кордоба, удар, Кержаков, момент, голевой момент. Краснодар добавил все-таки. Справа есть продолжение, но тяжело было туда на Волкову передачу отдавать. Сейчас Батч как раз Волкова увидел. И туда, в сторону Волкова, передача. И вот, ну как же вдвоем-то помешали друг другу. Натыкается на Алонсо. И тут же принялся прессинговать Батчи. Бедняга Батчи, он уже в окружении двоих. Ускакал от них.